Трагедия в Автозаводском районе. 14-летняя девочка погибла после падения с крыши четырехэтажного дома. Основная версия произошедшего – суицид. С крыши сбросилась. Вот с этой крыши. Цветы вот на этом месте. И гляжу, лежит девочка. Ранее установлено, что в июне 2013 года эта девочка предпринимала попытку суицида, пыталась лишить себя жизни путем приема медицинских препаратов. Мое мнение, что это школа, смеялись над ней, не могла она иначе, дома с ней хорошо обращались, я не знаю, могло что только быть. Здесь все с нее уважали. И она ходит не очень. Ну вот, я думаю, что из-за этого в классе, потому что с ней никто не дружил, как я знаю. Ты раз видел, что она в щеке мальчика, да? Ну, ее как бы все недолюбливали, что ли. Из-за своей, может, какой-то болезни, которые они, может быть, не могли излечить, и поэтому ей, может, надоело просто. То, что к ней все так, да, все плохо относились. Знаете, она была очень увлекающейся, она писала стихи, они публиковались в нашей районной газете, да, в школьной жизни принимала активное участие. Вот. Что случилось? Почему эта трагедия произошла? Пока мы, знаете, вот все в состоянии шока. Сейчас обстоятельства гибели девочки выясняют следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.